Кстати, кстати, как нет женского спорта конного? Есть женский, есть мужской. Хорошо. По выездке общий зачет. Как их назвать? Конкобежцы. Вот. У них же есть женский и мужской зачет. Потому что технических видов спорта от физических кондиций ничего не зависит. Тоже верно. Это же не штангу тебе, правильно? Правильно я говорю? Правильно ты говоришь. Не знаю, просто не все же такие, как ты, подготовленные. Так пусть готовится, кто им мешает. Тоже верно. А то, знаешь, на халяву все призы. Знаешь, я думаю, будет холоднее. Хочется. Потеплело, да? Так. Опа, 5,2. Широкий. Сейчас будет... Сейчас ухи и ахи. Куда? Отойди. А вот и все. Ничего не отлично, он пропустил секцию. Какую? Ты секцию пропустил? Какую? Вешку сбил и все. А там вниз не надо спускаться? Не, не надо. Там хочешь вниз, хочешь на здесь поверх. А, так? Просто ну хитрый какой. Развернул, просто не хватило это самое. А. Развернуться. Я его потащил на вешку. Да, кстати. И поедет вот сюда, Чермен, на тебя. Не хочу я, чтобы на меня он ехал. Нет, а я думаю, что я... Че, он блокировку поставил спереди, что ли? Да, пожалуйста. 5,2. От него не скроешься, Леха! Абдулла, блин. Я хотел вешку посмотреть, вот эту. Смотри. Причем он убегает, а он его вдогонку, представь. Ты видел, Леха не... хотел от него скрыться. Бежал на Абдале в чапу. Я думал, проскочу. Не успел ты. Конечно, по-моему, снял. Я точно не помню, по-моему, снял. А ну дай интервью. Кто перевернулся? 134. Это в прошлый раз он перевернулся. Да. Ой. И кто у нас четвертый еще едет? Не знаю. Интересовался. Отойди отсюда, отойди. Высокая машина, слишком. Я снимаю опять меня. Он уже один раз. Он один раз уже вон там лег. Надо, короче, всех спросить, все ее будут валить или нет, чтобы ее не ставить. Просто
О, он вообще сравнял ее. Ты знаешь, они его не совсем сравняют. Еще сравняют. Сравняют, да. Для Нивы вот там что здесь вообще ничего, маленький рабочий, все быстро пролетит. Да. Мальчик первый раз. Для квадроцикла другая быстро. Сейчас и здесь уже спокойно съезжает. Да, конечно. Здесь вообще ничего сложного. Здесь чисто на скорость можно пролетать. Ну там. Вот здесь вот горочка, вот сейчас газонобы считали бы. Не газонобы. Да что ее все? Наоборот, так. Туда. Вот кадры сейчас будут тебе. Прессо. Куда ты? Давайте четверо откатали уже. Четвертый вот сейчас. Ну сейчас всех вы. Чуть. А заднюю зачем ты включил? Да, он хорошо ездит. Будет пробовать. Ближе веди. Элизи. Подвижка грунта нормальная. Заднюю можно включать. Заднюю же можно включать. Не подсказывай. Я не подсказываю. Я напоминаю правила. Микрофон. А что не Microsoft? Microsoft это авторские права на него. А микрофон нет. Все. Ага, грунт. Ну еще он на тебя не лег сейчас. И резина вот эта, смотри как она гребет. Резина видел какая? 500, да? Или как она там? Форвард. Хорошая. Дубовая, но гребет там. Пляж. Ох ты какой хитрый!
Касание не считается. Считается? У нас нет, а так. Некоторые считают. О, хорошо. Динамики нету у них. Вот есть возможность, но они ее не делают. Готово, знаешь. Скорость. Как Смирнов. Ну да, что они не делают, хрен его знает. Получше, аккуратненько. Да.